Всем привет! С вами снова я, Зоопсих Лесенька. И я хочу немножко затронуть тему о балансе в воспитании. Ко мне приходят разные собачки воспитания. Но, как правило, ко мне приходят уже после неудачных попыток работы с другими кинологами. И, честно говоря, я удивляюсь однобокости воспитания. Кто-то придерживается исключительно авторитарных методов. То есть поломать, побить, заставить, если надо, одеть строгач и повесить собаку. Я даже слышала рассказ о том, как собаку просто подняли, грубо говоря, над головой и опустили очень резко на землю. Ну, для меня это страшная картина. Другие, наоборот, пытаются все проблемы решить исключительно вкусняшками, ласками, уговорами и так далее. Доводят и собаку, и хозяина до невроза, хотя не дают даже элементарного понятия от статусности. В воспитании должен быть баланс. То есть собака должна понимать, когда она делает хорошо, а когда плохо. А для этого нужно все-таки иногда наказывать, но наказывать правильно. И хвалить. И хвалить тоже правильно. Вопрос статуса – это не только послушание, это еще и доверие собаке. Если собака вам не доверяет, то даже поход к ветеринару станет целой проблемой. И я уже не говорю о повседневных вещах. Ну и, соответственно, послушания тоже никакого не будет. А это будет приводить к раздражению хозяина и в конечном итоге либо к побоям, либо к расставанию с собакой. Баланс обязательно должен быть. Обязательно.